Новый год. Для многих людей это главный, самый ожидаемый праздник. Давайте же узнаем у жителей города Черкесска, чего они ждут от нового 2020 года, как они будут отмечать этот праздник и какое, по их мнению, главное новогоднее блюдо. Как планируете отмечать Новый год? Дома с детьми и внуками. Снег хочу. Что это? Это разве Новый год? Новый год должен быть. Снег и морозное. А это что такое? Что есть, что нет? Без разницы. Какое, по вашему мнению, главное блюдо Нового года? Знаешь, там все бывает. Там оливье бывает, и подшубы бывает. Делают, люди делают, и это самое. Ну, все можно делать. Ну, посижу внукам, стол накрою, на елочку выйду на 5 минут и приду домой. Какой главный атрибут, по вашему мнению, Нового года? Неотъемлемый. В каком плане? В еде или в чем? Ну, украшение. Что у вас больше всего ассоциируется с Новым годом? Я скажу, у меня 3 детей, у меня сын Новый год ждет, чтобы я им приготовила чашу оливье. Вот, у нас праздник, это вот Новый год чувствуется, когда у нас дома полная чаша оливье. А так больше не знаю. Всех благ, чтобы детки были здоровы, чтобы изобилие было, здоровье, чтобы у людей было. Дай Аллах, чтобы все были живы-здоровы. От 2020 года мы ожидаем всего только самого хорошего. Так как мы еще студентки, мы желаем, чтобы сдали отлично сессию. Это в первую очередь. А так, как пойдет? Ну а как планируете отмечать Новый год? Ну, мы планируем в кругу здесь семьи сначала хотя бы. Ну и здесь на елке поприсутствовать, а потом уже в кругу семьи будем продолжать Новый год. С чем у вас ассоциируется 2020 год? Есть надеюсь, чем-то ярким, позитивным. А с чем ассоциируется вообще этот праздник, Новый год? С семейным. Вот семейный праздник, когда все вместе за столом, там Путин говорит, мы загадываем желания. Что пожелаете нашим жителям, жителям нашей республики на этот Новый год, жителям всей страны? Я желаю эмоций, больше эмоций, путешествовать, если есть такая возможность, а так здоровья, счастья, благополучия. Пускай у каждого будет много новых побед, каких-то новых начинаний, чтобы все, что загадала, пускай у людей сбывается обязательно, потому что Новый год, новые победы. Как будешь праздновать Новый год? С семьей. Чего ждешь от нового 2020 года? Наверное, чтобы был лучший, незабываемый. Что у тебя ассоциируется с Новым годом больше всего? Наверное, погода, ну как бы снег, чтобы. Какое главное блюдо на столе во время этого праздника? Наверное, сыр. Что пожелаешь? Наверное, удачи в 2020 году. Радостных впечатлений, хорошего снежка, а то у нас в ауле и в городе снежок не идет. Хочется приятных впечатлений. Что ассоциируется у тебя с Новым годом сильнее всего? Елка. Какое главное, по твоему мнению, блюдо на столе во время новогоднего праздника? Оливье. Оливье. Что бы хотелось пожелать в новом году всем людям? Чтобы у них было радостное настроение новогоднее. Как планируете отмечать Новый год? Как семья планирует отмечать? Ну, не знаю, будем, как обычно, праздновать за столом, будем поздравлять друг друга, подарки дарить. Чего вы ждете от Нового года? Счастья. Да, счастья. Тоже счастья. Какое, по вашему мнению, главное украшение Нового года? Елка. Елка, да? Самое красивое. Украшения, ну, елочные игрушки там. Может. Да. Главное блюдо на столе, по вашему мнению? Я не знаю, что, но это как бы оливье, может. Вот сейчас у нас нет снега, но как можно создать, дополнить атмосферу Нового года, если нету снега и погода не самая зимняя? Можно украсить лентами там или искусственный снег сделать. Счастья, радости, веселья, чтобы у всех исполнялись мои мечты, желания. Ну, вы наверняка отмечаете Новый год в кругу семьи. Как у вас происходит это? Мы садимся за стол, зовем всех своих родных, близких и выходим на улицу запускать фейерверки. Какое у вас главное блюдо на столе во время Нового года?
Оливье. Всех оливье. Оливье и крабовый салат. Как, по-вашему, можно создать атмосферу праздника Нового года, если вот у нас такая погода безснежная? Можно сделать из бумаги снежинки. Украсить весь дом всякими лампочками. Что хотелось бы пожелать вам в этот Новый год? Я бы хотела пожелать всем счастья, радости, здоровья. Чтобы никто не болел и радовался жизни. Хорошего настроения, новогодней радости. Еще чего? Ты тоже гостка. Что-нибудь праздничного, чтобы было. Как вы сами для себя создаете атмосферу Нового года? Наряжаем елку всей семьей, украшаем дом гирляндами. Что еще? Накрываем на стол. Да. Что-нибудь, какие-то традиции придумываем всей семьей. Какое основное блюдо у вас на столе? Салаты, оливье. Под шубой. Курица. Что хотелось бы пожелать? Чтобы никто в этот Новый год не грустил, чтобы все было у них прекрасно и хорошо. Не болел и счастлив. Чего ждешь от нового 2020 года? Ну, хороших оценок, во-первых, в школе, чтобы у всех все было хорошо, чтобы все были счастливы, чтобы исполняли все мечты и все желания. Как дополняешь атмосферу Нового года, когда вот нет снега на улице, но как-то хочется создать атмосферу? Как? Ну, я начинаю немного дома украшать, чтобы немного новогодняя атмосфера была, там гирлянды разные, дождики и так далее. Есть какое-то блюдо, которое больше всего ассоциируется с Новым годом? Ну, винегрет, оливье и так далее. Чего ждете от нового 2020 года? Перемен, счастья, успехов в личной жизни. Вот. Как планируете отмечать? Дома, это же семейный праздник, дома, семьей. Есть какое-то блюдо, которое больше всего ассоциируется с Новым годом, и что сами собираетесь готовить? Мандарины, не блюдо, а фрукты. А так, оливье. В принципе, я думаю, это два новогодних самых главных блюда. Что хотели бы пожелать? Всем счастья, здоровья, любви. С Новым годом!